Вот хорошо, я думаю, значит, найдется какой-нибудь, наверное, Сергий Радонежский, который придет в эту пустыню, приручит медведя, всех диких зверей, построит землянку, будет питаться гнилым хлебом, будет молиться Богу о спасении России. К нему придут еще человек 5-6, а потом они построят Сергиев посад, потом они где-то под Волоколамском что-нибудь построят, вот построят монастыри, потом там они будут пчел, мед, хлеб, учить народ, который впадет вообще в полную серость и нищету, возделывать землю, сажать картошку, пшеницу, пить воду из чистой реки, дышать воздухом, не думать о бессмертии, о соцсетях, а думать просто о хлебе насущном и воспитывать своих детей, и как-то спокойно отходить в мир иной. И, может быть, тогда построится другая Москва, ну, не панельная, не торговая, развлекательная, не турецкая, а предположим, как в том же Лондоне или где-нибудь в Праге, или где-нибудь в Коломне в нашей, вот как-нибудь так.